Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 102 на странице 58. Прочитайте, заглавьте текст. Месяц – сентябрь, пора пестрых листьев. Листья летят, кружатся, падают, скачут, устилают землю и воду таким пестрым ковром, что в глазах рябит и кружится голова. По всему лесу шорохи, шелесты, шепоты. Данный текст мы можем озаглавить «Осень». Как автор сказал о листьях? Автор сказал, что листья летят, кружатся, падают, скачут, что они устилают землю. Что обозначают выделенные сочетания слов? В глазах рябит и кружится голова. В глазах рябит от того, что листья вокруг пестрые, поэтому в глазах от них рябит, и голова от этого кружится. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Месяц, непроверяемо бездарное гласное «я». Листья, разделительный мягкий знак. Летят, бездарное гласное «е». Ковром, бездарное гласное «о», проверочное слово «коврик». Голова, бездарное гласное «о», проверочное слово «голова». Подчеркните глаголы, в каком числе они употреблены. Итак, давайте запишем этот текст, начиная с большой буквы. Месяц, сен, тя, б, р. Точка. Пора, пёст, рых, лис, ев. Точка. С большой буквы лис, ть, я, летят, запятая, кружатся, запятая, падают, запятая, скачут, точка, устилают землю и раздельно воду таким пестрым ковром, запятая, что в раздельно глазах рябит и раздельно кружится голова, точка, по раздельно всему лесу шорохи, запятая, шелесты, запятая, шопоты, точка. Подчеркните глаголы. В первом предложении месяц сентябрь глагола нет, пора пестрых листьев глагола нет, листья летят, кружатся, падают, скачут. Что делают? Летят. Что делают? Кружатся. Что делают? Падают. Что делают? Скачут. Устилают землю и воду пестрым ковром, что в глазах рябит и кружится голова. Что делают? Устилают. Что делают? Рябит. И что делают? Кружится. По всему лесу шорохи, шелесты, шепоты. Здесь глагола нет. Все первые глаголы летят, кружатся, падают, скачут, устилают, употреблены во множественном числе. Рябит и кружится в единственном числе. Пофантазируйте, о чем могут шептаться осенние листья. Поделитесь своими мыслями с одноклассниками. Может быть, осенние листья рассказывают о том, как они провели лето, что они видели. Может быть, они могут рассказать о том, что они собираются делать зимой. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.